Жителям района предложили создать общую энциклопедию о героях нашего района. Сотрудники архивного управления просят предоставить документы, письма, наградные книжки времен Великой Отечественной войны наших земляков для копирования, чтобы создать общую базу о тружениках тыла, участниках войны и народных ополченцах. Треугольничек военный. Это пишет курсант Чкаловского военного училища, значит, своей матери. Письмо датировано, если мы посмотрим внимательно на штемпель, да, вы видите, смотрите, это 11-е, значит, 42-го года. Как раз самый-самый такой апогей, да, вот эта вот битва под Москвой. В этом трогательном письме курсант рассказывает маме о том, как проходит его служба и что он готовится к отправке на фронт. И больше никаких данных. Какова судьба солдата, остался ли он жив, неизвестно. Поэтому сотрудники архивного отдела решили создать электронную базу обо всех участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла или добровольцах. Помочь в этом просят жители района. Вот это как она выглядела, эта медаль, вот в первозданном виде, когда ее выдавали, дата вы видите, 45-й год. То есть это своего рода тоже раритет. Архивных сотрудников интересует абсолютно все, что касается жителей района в годы войны. Сохранность документов гарантируется, сканирование не займет долгого времени. Плюс это своего рода возможность отреставрировать старинные документы. Чтобы сохранить, потому что текст исчезает, чтобы здесь-то его можно, например, раз и немножечко усилить. На бумаге уже все. Вот эти вот документы, мы бы их отсканировали, оцифровали, привели в систематизированный такой вид и впоследствии могли вот потом их предоставить для опубликования сборников. Для этого мы обращаемся, чтобы вот сохранить эти документы и чтобы, вот, чтобы они гордились своими родственниками, которые участвовали в войне. Но не только личные данные интересуют архивных работников, но и сведения о предприятиях, работавших в годы войны на территории района. Когда фашисты подходили к Москве, был своего рода такой негласный приказ, чтобы все документы по численности нашего населения, по объектам промышленным, по хозяйствам, по собственности, да, все это было уничтожено. И в поля мешками свозили документы, вот горели большие костры, их уничтожали. Создать общую энциклопедию о наших земляках-героях просто. Нужно только не лениться и принести документы, фотографии, наградные листы для сканирования. Документы родственников можно приносить в архивное управление администрации района. Адреса и телефоны вы видите сейчас на экране. Давайте вместе сохраним нашу историю.